Да. Здрасте. Здравствуйте. Министерство финансов и прямая линия, правильно? У вас Да. просто Ольга Акимовна написано, ну ладно. Нет, Дмитрий Николаевич сегодня. Дмитрий Николаевич. Да. Дмитрий Николаевич, тут такая информация появилась, что чиновники из Министерства финансов признали, что у нас слишком большой государственный долг. А вы кто, скажите, пожалуйста, представьтесь. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна кто? По фамилии ваша? Паук. До свидания, Ольга Викторовна. Почему? Вообще, ну посмотрите, что делается, ну.